встречи. Дай Бог, чтобы все хорошо прошло. Дай Бог, Господи. Сегодня не злой, кому-то дал. Я что, бабы, что ли, чтобы давать? Мы, мужчины, мы берем. Дают бабы, мужчины берут. Что значит дал кому-то? Под хвоста ты имеешь в виду? Все ты про меня знаешь, проказница. Ты кому-то, говорит, дал, что сегодня доброе. Женька, привет. Да, тебе тоже. Как можно было... Удачки, спасибо, Ален. Ален, ты подумала по поводу проституции? Привет, Женечка, привет, привет, привет. Оба классные мужчины гонят. Да-да, ушел. Женечка, как ты? Смотрю, веселый. Привет, Саша ждала сегодня, очень злая на тебя. Ты откуда знаешь, Лов? Ты что, живешь, что ли, с женой с моей? Все будет хорошо. Я надеюсь. Блин, вот поближе покажу город, смотрите. А, сейчас в туннель заедем, смотрите. Связь может пропасть, но она пропадет буквально на минуту. Не отключайтесь, и она тут же появится. Там будет потрясающий мост, кстати, после этого туннеля. Да, после этого же, да? После следующего. Короче, что хочу сказать? Хочу сказать, приезжайте в Сочи, приезжайте на Красную Поляну. Людей очень много. Снега пока нет. Снега нет, но людей очень много. Потому что везде закрыты границы. Я предполагаю, что скоро и у нас закроют. Для нас, конечно, это будет самое страшное, если закроют. Привет, привет всем. Жека, огонь. Все. Зависли. Очень странно, кстати. Хотя тут 3G, но вот зависает и все. В Москве тоже нет снега. Ну, в Москву-то не сравнивайте с Сочи. Это же разный климатический пояс. Здесь субтропики, Москва это холодище. Я была в Сочи, там очень грязно и стрёмно, и цены космос. Моя ты золотая. Ну тогда в следующий раз за границей лучше. Ну, тогда в Абхазию езжай, в Абхазии дешево. И считай, за границу съездила. Вот и все. Поэтому в следующий раз, если я увижу тебя и твою семью в городе Сочи, поганой метлой вас погоним отсюда, в сторону Абхазии. Там тратьте деньги. Абхазия, потрясающее, кстати, место, очень красиво там. В Сочи интернет, боже мой, да тебе все плохо. А ты откуда вырвалась-то? Ты рядом с космодромом живешь, что ли? А, вот мост. Да, я же тебе говорю, этот мост после туннеля. Женя, хочу, чтобы ты был ведущий на Дому 2. И лежи нормально. Старая страница. Зачем все в инет выносить? Не было бы одни, все бы уже успокоились. Смотрите. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Красиво? Красиво? Справа горы, слева горы, впереди гора. За рулем сидит мужчина, тоже как гора. Только я такая кучка, кученька говна, но ничего страшного, ведь все любят меня, все любят Кузина, все любят эту кученьку говна. Так, что там опять? Опять гор. О, о, сфотографируй меня. Как ты меня заебал. Сфотографируй меня вот так вот. Как ты меня заебал. И вот так вот. А давай как будто я солнышко держу. Ой, давай как будто на меня дерево падает. Ой, давай как будто я с моста лечу. Сфотографируй. Как ты меня заебал. Я прям видел глаза этого мужика. А, вы не поняли, про что я, да? Там мужчина фотографировал свою жену. Очень. У нас холодень.
Сейчас плюс 15 здесь. Но мы, я напоминаю, что мы находимся в горах и поднимаемся. Поэтому в Сочи внизу 20-ка была, 21 было, въехали. А здесь, конечно, попрохладнее. Блин, сейчас такое вам покажу. Но я, конечно, скорее всего, это займет еще какое-то время, чтобы доехать. Но после разговора следите за моей страницей. Я обязательно выйду в эфир, покажу, чего мы приехали. Скажу так, что все зависит от нас. Нас очень ждут. Нам сегодня позвонили, сказали, что мы бы хотели видеть только вас. Да, что мы серьезные ребята. И они понимают, что мы сможем поменять. В общем, с большим уважением к нам, а мы, соответственно, с большим уважением к этим ребятам тоже. Жек, если ты нас слышишь, видишь, мы к тебе едем, будем через 15 минут. Вот, поэтому... Помните, я говорил, как я хочу, чтобы ко мне приехали на поляну, катались? Это мечта, она ближе и ближе. Вот она. Вот так, рукой. Не пропадай. Да нет, я здесь. Ты квартиру нашел? Нет. А тепло же на улице. Ты знаешь, что это работник? Костюм 15-15. А за что? Пьяный, поймали на улице. Просто шел пешком, не за рулем? Да, не за рулем. На 15 суток закрыт? У Илюши дома работник есть, но он там помогает по хозяйству, там дрова порубить, подместить. На 15 суток закрыли. Просто пьяненький шел по улице. Красота, как на Кавказе. Почему как? Жень, не смеши, Сашка хрен даст дочку тебе, смите на этот, да ладно тебе, хватит себе, что ли, что-то никто ничего не даст. О, за опять завис эфир. Мзым-то. Привет, здорово. Все, тут уже 3G, тут уже, может, мне просто скажите, если там подает или плохо слышно, или что-то не так. Вы мне...